60 тысяч фунтов на дороге не валяются, они плавают в реке. Именно там заметил национальные британские купюры житель города Сполдинг на востоке страны. Он тут же обратился в полицию, деньги выловили, сложили в пакеты и отправили в участок. Сейчас следователи выясняют, каким образом столь внушительная сумма оказалась в воде. И, конечно, очень хотят найти ее владельца. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что деньги имеют криминальное происхождение. Некоторые купюры, к тому же, выглядят так, словно их пытались сжечь. Мы считаем, что эти деньги связаны с криминалом. Это позволяет нам на легальной основе задержать эти средства. И теперь мы обязаны закончить расследование в течение полугода. Именно столько отводится нам по закону. Кстати, банкноты, несмотря на повреждения, находятся в удовлетворительном состоянии. И Центральный банк Королевства готов их поменять на новые.